Пятый гол Реала. Много оружия повесили, статистики, да, на стены афиши сегодняшнего матча. И должны были некоторые выстрелить. Вот так быстро забил мадридский Реал. И, конечно, то, что Роналду Реала слишком сильно. Нет, а гонит Александру. Подача опасна. Игуаин, Мандзукич через себя. О, о! В новостях, да? Но Мандзукич кто такой? И вот, пожалуйста, Марио Мандзукич, это творит. Бензема и катит под удар кроссу, тот щечкой, но слишком слабо пробил. А Казимиро сейчас сильно бьет! 2-1! Вот это гол Казимиро! И опять рикошет, и опять мяч в воротах Буффона! Но Казимиро нанес удар. Что же творится у Ювентуса? Ведь мяч опять не полетел прямо. Все мячи попадают в ноги и все-таки залетают в ворота. Но каким бы ни был рикошет, мы посмотрим на повторе. Реал своим потрясающим давлением 15 минут первого-второго тайма заслужил этот гол. Самое же Буффон очень расстроен. Это можно понять. И отбирает мяч и получает его обратно от партнера. Прострел на ближнюю штангу. 3-1! Криштиану Роналду! 3-1! Криштиану Роналду уже в первом тайме стал автором великого достижения, забив в третьем финале Лиги Чемпионов. Ну а сейчас он делает дубль и шаг к тому, чтобы первый в истории Лиги Чемпионов хет-трик в финале совершить. Но это невероятно, невероятно, как оборона Ювентуса сейчас позволила пройти через... Yeah, I'm going mainstream. Flow like what is on.